Здесь есть кораблик, который отправляется с острова Лансароте на вон тот маленький остров Брасиоса. Это совсем-совсем маленький остров. Ну, можно поехать посмотреть. Особо от Лансароте он не отличается, только маленькими размерами. Вот это вот самая большая, самый большой вулкан на этом острове, виновник всего торжества этого извержения. Где 220 вулканов более-менее больших, это самый большой. И вот типичный пейзаж. Вот такие вот домики белые. Вот это все огороды. Ну, огороды как? В основном виноград выращивают, обои. Потому что хорошо иметь такой огород, потому что на нем нет, не растут бурьяны. Ну, вообще ничего почти не растет. Типичная деревня.